создать событие, у которого есть шанс выйти в топ мирового туристского рынка, это задача такая высочайшей степени сложности. Мы хотим показать, что история, во-первых, это интересно, во-вторых, история может быть живой, а в-третьих, история может быть интерактивной. Ее можно потрогать, ее нужно трогать, с ней нужно взаимодействовать современному человеку и соприкасаться. Здесь даже трудно сказать, что интереснее, вот эти действительно яркие батальные сцены или вот эти будни, бытовые сцены быта, и общение с самими реконструкторами, с их семьями, это, ну, как минимум, производит не меньше, а может быть даже больше впечатления, чем, конечно, очень яркие красочные сражения. Участники фестиваля, это, собственно говоря, реконструкторы, они очень аутентичны. Такое ощущение, что его взяли из той эпохи, которой посвящен фестиваль, вынули и поместили сюда в 21 век, в Коломенское, на фестиваль «Времена эпохи». На мой взгляд, это гораздо круче Голливуда, в том смысле, что это такой вот, это очень естественный процесс, где человек сам участвует в этом самым непосредственным образом. Наша команда в большей части состоит из реконструкторов. Действительно, люди, которые погружены в историю, которые живут этим, это хобби. Но самое удивительное то, что они смогли свое хобби перенести очень круто в жизнь. Смогли создать действительно профессиональный, качественный, большой проект. Они взяли это направление и потянули его за собой, и это очень ценное качество. Потому что, ну, они это делают всю жизнь, они этим болеют, они и так живут. Я когда встречаюсь с ними, у меня такое ощущение, что они сами персонажи этой сказки. Наша задача, как организаторов, отобрать лучших из лучших среди реконструкторов, чтобы они смогли показать всем остальным, ну, то, что называется класс. The level of authenticity for everything, the fighting, the living, the food. Everything was done to a very high degree of historical authenticity. Каждый год меняются времена и эпохи. Это такой исторический калейдоскоп. Тем, кто уже побывал на фестивале, интересно посещать его вновь и вновь. И мы это видим. Большинство тех, кто посетили первый фестиваль, пришли и на второй. Другая эпоха, абсолютно другие вещи, абсолютно другая подача, другие участники, другая атмосфера. Это очень круто для организатора, на самом деле, интересно. Это всегда такой вызов. Ma dobbiamo avere una vision worldwide. La vision worldwide serve per capire quali sono altre eccellenze nell'ambito del reenactment storico e dei festival di organizzazione storica e quindi credo, avendolo visto di persona, che la Russia e l'evento di Times and Epochs in particolare abbia per noi un riflesso positivo in questa forma di reciproca collaborazione ai fini di coinvolgere altre eccellenze mondiali.